Также в непосредственной близости от стадиона «Фишт», где будут проходить матчи, запретят продажу алкоголя. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при подготовке к турниру учтут опыт проведения крупных спортивных мероприятий на Кубани, в том числе Кубка Конфедерации. Цитирую: «Все принятые меры безопасности себя оправдали. Правопорядок в городе обеспечивали порядка 8 тысяч человек. Но мы понимаем, что болельщиков в следующем году приедет больше. Наверняка среди них будет больше и так называемых фанатов, которые известны своей активностью. Поэтому и меры безопасности будут усилены. К охране правопорядка, как и этим летом, будут подключены казачьи патрули». Конец цитаты. Кроме этого, со всеми сотрудниками отелей и гостиниц, где будут жить болельщики, проведут инструктажи по антитеррористической безопасности.